Добрый день, уважаемые подписчики. Меня зовут Алексей Усенко из города Одессы. И сегодня хотел бы поделиться с вами прикормкой для мирной рыбы. Значит, для его приготовления. Это старый рецепт, еще дедовский. Но с этим рецептом я отловился всю эту осень и весьма успешно. Рецепт я в конце ролика изложу, как делать. Вот. А так, в кипящую воду мы добавляем горох, так, чтобы вода накрывала горох на 2 сантиметра, не более. Вот. И варим, развариваем горох до состояния пюре. После часа варки гороха у нас получилась вот такая пюреобразная субстанция, которую мы сейчас добавляем на глаз манки. И не выключая газ, тщательно-тщательно перемешиваем, для того, чтобы вот это пюре наше загустело. Так, после того, как мы наша каша настоялась, вареный горох, смешиваем панировочный сухарь и овсяные хлопья. И перемешиваем это. Итак, наш горох готов. Мы его перемешали с овсяными хлопьями, панировочными сухарями. Вот. И на рыбалке можно, на самой рыбалке, добавить немного жареного картофельных семян. Вот. Такую кашу я использую вместе с такими кормаками. На кормаке надеваю пенопластик. Вот. И таким образом как бы уже рыбачим. Ни хвоста, ни чешуи. Спасибо. Подписывайтесь на канал. Все для клёва. Добрый вечер, подписчики канала «Все для клёва». Меня зовут Гачик Иван Фомич. Я являюсь жителем города Одессы. На протяжении многих лет я занимался рыбалкой, изучал реку Днестр. На основе вот этих кормушек я хотел бы рассказать о своей кормушке, которую я тоже уже много лет тому назад придумал. Использую, практикую это. Она очень продуктивна. Я ее использую для обильного кормления, так как я использую на рыбалке по 2-3 ведра кукурузы, гороха и разных остальных прикормок. Я придумал вот такую снасть на основе фидера. Принцип этой снасти, изготовления ее, я на основе вот таких грузов, которые я раньше ездил по дальнобой, по Украине, я скуплял у ребят на шиномонтажах, кто-то мне дарил их, кто-то так давал, и тем не менее это было основой начинания моего самодельного грузила кормушки. И тем не менее, я придумал для себя, выйдя из положения, я придумал вот такую снасть. Изготовляется она примерно таким образом. Вырезается такой квадратик, можно использовать любую прямоугольную форму. Просверливается 3 отверстия, 2 для крепления, 1 для крепления снасти. Отрезается кусочек тубуса, сверлится 2 отверстия, прикрепляется на 2 шурупа лишние, обрезается, обтачивается, и как бы снасть готова. Я еще на основе вот таких кормушек я еще использую вот такую. В этом году я начал выливать вот такие грузила скользящие. Также сам по такому же принципу прикручивается на 2 шурупа. Ничего лишнего. Просто ставится один карабинчик и отводик любой длины. Никаких зацепов, никаких запутываний, перехлестов. На этом я хотел бы закончить свое видео. Пожелать всем приятной рыбалки. Ребята, убедительная просьба. Кормите, ловите, берите сколько вам надо рыбы. И не забывайте о том, что у нас есть будущее, есть дети. И после себя оставляйте чистоту и порядок на воде. Чем больше мы кормим рыбу, тем больше она растет, тем больше мы получаем удовольствие от рыбалки. Всем приятного дня. Меня зовут Валерий Вишов, я из Одессы. Хотел поделиться своей снастью, которую я ловлю карпа. Сейчас я вам предоставлю ее. То есть такая оснастка выглядит, она приблизительно вот так. Пружинка, груз, подходи ближе. Сюда я забиваю горох. Вот. Потом горох забиваю гравити. И ставлю вот такую резинку фидергам. При поклевке или подсечке карпа она умягчает, амортизирует. И снасть не рвется. Спасибо за внимание.
повара. Давай покажем свечу финскую в моем исполнении. Так, вот она дымит. Вот такое дупло делаю ей. Вот так вот, вот так вот. Вот она горит. Здесь тоже дырочка. И здесь она отсюда выходит. Вот так вот. Тора что жрет? Тора не жри. Так. И вот на таком костре можно закипить чайничек. Надо три гвоздика вбить, чтобы был кислород. Приветствую вас. Зовут меня Мороз Виталий, город Одесса. История моя такова. Приехав на рыбалку, я обнаружил, что на моем любимом пикере при транспортировке была сломана камлевая часть. Ловить медиум, который у меня еще был на ближняке, было не совсем комфортно. И немного помучившись, я взял спиннинг, вот этот вот Shimano BX-170, и начал им ловить. Подцепил на него кормушку, как бы немножко не то, меня не устраивало. Далее я пошел на более радикальные методы. Я взял и отрезал вот здесь верхнюю часть. Вот так. И присоединил к ней QWERTY. Вот таким образом. Он все ускоряется. Вот. И ловить стало гораздо удобнее и комфортнее. Вот. Собственно, это заменило мой пикерок. Вот. Всем ни хвоста, ни чешуи. Во-во-во, подожди. Сука. Это, конечно, результат. Охлей, тихо, Варя, стоп, ты пришла. А сука, это, конечно, да. Было тебе. Да, да. На улице хорошо. Доброго времени суток, дорогие друзья. У многих стоит вопрос об освещении вашего лагеря на рыбалке, на охоте, на отдыхе, и там, на маёвке. Лампочки нам понадобятся вот такие вот, и Lumia это, E27 с отметкой 12 вольт обязательно. Провод, я вроде взял полтора сечения, а аккумулятор автомобильный обычный. Я езжу на Ниве, и мне я к нему подключаюсь, даже не снимаю. Вот такие вот средние крокодильчики. Минус, плюс, вот. Покупаю вот такие вот клеммы. Папа, мама. Одеваем клемм и сюда, вот. На провод. И лампочкам цепляем вот такие вот то же самое два провода. Я взял бутылки от Миргородцы без газа. Отрезал половинку, залил термопастой, просверлил дырочку, прикрутил этому вот патрону. Так, вот мы подключили наши лампочки. Теперь берем клеммы. Так, это минус. На минус. Вот у нас загорелось две лампочки. Вот, мы выключаем этих две лампочки. И вот, смотрим. Напоминаю, это 6-ваттные лампочки. Если кто-то хочет, может 10-ваттные поставить. Все, всем удачного клёва, рыбачки с магазином «Все для клёва». Добрый день, меня зовут Валерий Бурлак, город Одесса. Я хочу вам рассказать о своих фидерных кормушках. Я рыбачу в маяках, старый порт, и там достаточно глубоко. Поэтому я использую тяжелые кормушки и железные. Не пластмассовые, а все железные, для быстрого погружения. Но, когда кормушка падает на дно при погружении, у нее идет потеря корма. Большая потеря корма, большая глубина, и кормушка может опуститься на дно пустая.
Поэтому я перемотал их изолентой, дабы сохранить и удержать корм при погружении. И тогда идет маленький процент его вымывания, и он корм доставляется в точку лова. Вот основная идея. Привет. Меня зовут Ковальчук Роман. Я хочу вам показать, как сделать супер уловистую снасть на щуку. Называется вертушка. Делать мы будем из вот таких вот крышечек открепления для игристых вин и шампанского. Нам понадобится нержавеющая проволока. Что нужно с ними сделать? Надо их выровнять с помощью молотка и плоскогубцев. Когда мы выровняли, мы вырезаем эту внутреннюю часть, круглую. Но при этом оставляем небольшое ушко. То есть вырезаем вид капли. Вот такие вот две заготовочки получилось. Теперь доводим их надфилем по краям, чтобы придать им ровную форму. Когда мы придали им форму, делаем дырочки. Эти заготовочки готовы, они с дырочками. Следующее нам нужно сделать основание. Взял две проволочки длиной примерно 7-8 сантиметров. Берем и с одной стороны делаем кольцо. Одна бусинка и все. И одеваем лепесток. И теперь что мы делаем? Отступаем сантиметр и делаем еще одну петлю. Получилась вот такая вот вертушечка маленькая. Но это только одна часть ее. Мы заводим эту проволоку сюда в кольцо и опять делаем колечко. Сделали кольцо, одеваем еще один шарик и проверяем. Опять лепесток. Вот, отлично. Больше и не нужно. И теперь отступаем опять сантиметр, делаем еще одно колечко. Убойная просто вертушка на окуня и щуку.